как проще всего нам уйти от себя. И вот как раз проще всего нам уйти от себя – это через хорошесть, это через религиозность, это через что-то такое, что для нас считается святым. То, что для нас считается объемно, то, что мы якобы чего-то не можем достичь. То есть Творец мы же не можем его достичь, Бог мы же не можем его достичь, да? Да, сейчас есть много разговоров о том, что я есть Бог, я есть частичка Бога и так далее и тому подобное. Но это же все разговоры. Вы же это не можете прочувствовать в себе. Потому как если бы в вас открылось состояние целостности, эти вопросы бы больше не звучали. Не звучали в вашей жизни. Как только вы приходите к себе, что такое прийти к себе? Это как раз когда ты... Это даже не когда ты делаешь фокус внимания на себе. Фокус внимания на себе, это я вам говорю, обязательно делайте. Это как механический процесс. Для чего это делается как механический процесс? Чтобы учиться жить самим собой. Потому что как только вас выстреливает в состояние себя, почему идут откаты? Потому что вы не понимаете, как с этим жить. Вас никто не учил, вам никто не говорил об этом, никто не показывал, как это быть у себя. И когда происходят эти моменты, очень часто откидывает. И именно поэтому я долгое время вам говорила, делайте акцент на себе. Для чего это? Чтобы вы механически научились с собой жить. Потому как вас начинает выстреливать, вы уже знаете, как это быть с собой. И когда вы есть у себя, у вас отлетают все, вообще отлетают у вас все вопросы. У вас не остается больше вопросов, у вас не остается больше обид, у вас не остается больше сомнений.